Короче, я сейчас подбежал, просто начал бить вот так вот и пролетел сквозь какой-то барьер. Бля, это пиздец какой-то. Я уже испугался, думал, что все, игру никогда уже не пройду. Блять. Очень быстро мини-игры. Папа, папа, улетел твой папа. На лепепепе. Твой папе на лепепепе. О, чивка. Ну типа спасти. Беги нахуй, беги, горит. Уёбай. Пиздуй. Ой, ветви валят. Так, у нас еще, если не ошибаюсь, два предмета. Пойдем, блядь. Все рушится. Да, блядь! Я все же подошел посмотреть, что за подвал. Огонь плохой, да. Пойдем. Какого ж? Типа между двумя теперь предметы находятся. Блять, а та еще это раньше. Вон она, да? Конечно же, блядь, сука. Пидорасина, нахуй. Я сейчас смогу вернуться или нет? Да. Пиздец. Зеньки надо свои открывать. Прям. Но они заплывшие все равно. Пьяные. Все, все предметы здесь собрал. Сейчас. А нет, наоборот, на тебе. На тебя, блядь, придурок. Вольт. Вольт его назовут. Мерси Вольт, мне кажется, сказал.
Нихуя ты, спасибо. Какой быстрый. Так, я тут все уже взял предмет, есть чисто. Все собирались. Нет. Нет, да вы что, блядь? Ну ёбаный. Victory had a bittersweet taste for Anna. Carl, seriously wounded, had been sent to a POW. Её схватили. Ну ёбаный в рот. Anna's father had disappeared with Baron von Dorf. Этих схватили. And Emil was court-martialed for desertion, cited for his bravery in Reims. Emil was fortunately pardoned and set free. Free to go back to the front. Эмиль освободили, что, блядь, на фронт. На ёбаные суки, блядь. Пидорасы нахуй. February 21st, 1916. Winter had descended on the front. After joining back up with the army, Эмиль and Freddy were stationed near Verdun, suffering like many others from the harsh winter. Эмиль, Фредди, короче, страдали от зимы. But Marie's letter did not bring good news. In Saint-Mihiel, food was scarce, disease was rife, and the number of dead was growing. Out of this grim news, however, there was one ray of light. A photo of his grandson, Victor. Внук. Standing on both feet, and learning to walk. Don't worry, friend. Понятно. Штрафбат нас отправили, да, скорее всего. Так, сколько у нас примет? Первая бочка, потом какая-то гармошка, да? Перо. Носок. О, вот карты нашел. Это второе. Так, вот бочка первая. Потухрасуй! Понятно, у него такие же вонючие, да? Так, там чернила он не даст. Значит, типа их постирать надо.
Блять, хуй уж что нет русского языка. Я ты сдурел, блядь. Так, нам бы с тобой помняться. Я тебе носок, ты мне батон, блядь, сука. Подбуль, побуто. Подсказочка. А. Так, а как мне выкинуть этот, блядь, предмет и взять другой предмет? Я ж не могу. Надо как-то постирать его. Ладно, может тебе когда-то вернуться, как-то все это проделать. Потому что, не знаю, если игра как-то запрограммирована на определенную, то это очень большие проблемы. Надо было посмотреть, чтобы они отвлеклись. И все. Так, вот теперь. Ну-ка, пора сушить. Да. Сушили. Теперь что-то там с голубями нужно клепать. Так. Ладно. Чё ж перо? Под бронёр потом бегану. Ну-ка, там... Нет, не можем. Так. Может, теперь надо
heard from Carl. His condition is stable. He's still in the prisoner camp south of Reims. I hope to finally get permission to visit him. Thank you for the photo. It means so much. Да я даже не очухался, блять, вообще. Даже не могу. Да, блядь. Долго думал. Батальон? Чё, фарвор? Сука, где каска, А, кусачки же у нас есть. Да ну нахуй. Так, пошли вот письмо. Это что за? Thank you.
Так, пошли, 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 пошли. Каска все-таки за Эмиля. Блять, вот стопудово за Эмиля. Погоди, погоди. Я хочу понять, где каска. Так, каска явно не здесь. Все-таки мы где-то вначале просрали. Это печаль. Мельница, деревня.
Ой. Еще раз можно? Ну вот мельница. To reach the rear line unharmed. Блять, мне каску надо. Браво, thank you very much. The military hierarchy heard of their feats in battle and decided to decorate the two friends for their bravery. Emil received good news from Anna. Carl was recovering nicely. He was even walking again. Meanwhile, the battle for Verdun only grew longer and bloodier. The death toll was staggering, 70,000 per month. Almost one Frenchman and one German every minute, and it went on for 10 months, day and night. May 8th, 1916, Emil's squad was sent on a mission. Так, ну сейчас мы просто вернемся, я сделаю, найду этот шлем, и на этом мы типа закончим на сегодня. Так, ну, прерываемся. Смотри, короче, быстро Гена лежит. Когда мы убегаем за Фрэнклина, или кто он там? Вот здесь вот, блин, вот в бункере. Вот здесь вот она лежала. Мне же мешков принесла, взял и побежал. Ну все, можем возвращаться обратно к сюжетке. Здесь все уже собрано. Что это? Финал второй главы? Да, финал второй главы. Так, чё у нас тут? Бля, огнеметы появились. Лопата, письмо, что это? РПР, кольцо там. Ну, блядь. Я понял. Стрелки указывать. Я тупой, блядь. Так, все. А вот здесь вот ничего у нас не указывает. Здесь. Yeah.
Есть первый артефакт. Да свет какой-то хоть включить, чтобы что-то как-то было светлее. Давай без этого. Да блядь! Ой, дурак, блядь. Вот вверх, блядь. Ёбаный. Вверх. Так, сейчас подожди. Так. Этому надо чучело. А это куда-то сюда. Окей. А где я ту уже просрал, блядь? Только начало. Не понял, да, что так. Сюда. Пропустил.
Вот, ёбаный ты в рот. Ебать. Слава богу, что здесь, а не где-то там, вверху. Как же так, блядь, можно делать? What? Так, а теперь-то чё? А, он ждет, да? Давай посмотрим. Каким образом, блядь? Надо подумать. Вообще никак. Не понимаю. Бля, господи. Чё мне это сделать? Вон динамит. Этот дебил хочет динамита. Собаку, блядь, ёбаный в рот. Да, иди сюда, блядь. Так. Так, здесь надо там копать. Кольцо. Здорово. Дальше что у нас там? Следующий предмет есть. Еще один остался.
чудом. Странно, я ему дал приказ. Ну да, это потому что я уже ему это. Да, он затупил. Что-то игра мне показала, что она очень даже может тупить. И шлях! Да, блядь. Понятно. Лос. Так, как мне вторую сделать? Мне так, мне кажется, иногда так очень близко к камере, даже не кажется, это очевидно, блядь. Да ну нахуй, блядь, не заметил я! Сука. Да давай, понятно. Ой, да ну нахуй, заебал, блядь.
на соси. Ой, да съебали, блядь. Ну ебаный в рот. Так, у меня еще один, да, предмет? Да. Здесь сейчас будет. Глава очень долгая, как бы не хочется ее переигрывать. Да иду, я иду. Да, все. Последние. Да блять, господи. Да. Ой, ебаный. Да блять, ты чё такой тупень? Блять, да ты. Издевайся нахуй. Ой, блять, господи. Может чуть повыше надо было его поднять. Потому что тогда все будет шло бы нормально. Блять, сука! Прям, блядь, я не знаю, как хуйня происходит. Вроде бы, блядь, все вроде бы нормально. Whoa!
нахуй. Заебал уже, блядь. Все такие толстые. Ебать. Despite the fort's partial destruction, the Germans held their position. The mission was a failure. О, достижение дадено. Так, глава третья. My darling, war has taken away a very dear friend. He was like a brother to me, and his death affects me much more than I could imagine. In happier news, Carl is safe from the trenches, and his condition improves steadily. I'll go and see him on my next leave. And what about you? How are you? Are things in Saint-Mihiel any better? Carl discovered things were not, in fact, any better. According to Marie's last letter, his son had fallen gravely ill. Carl had come to a decision. This war would never end. He had to escape. На этом все. Поэтому все, давай. Удачи тебе, хорошего дня. Там тыры-пыры и все прочее, давай.